Всем привет! С вами по-прежнему Оксана Костина. И в этом видеоролике я хочу пообщаться с вами на вот такую вот тему. Страх перед видеокамерой. Хочу вас сразу всех успокоить, что если даже вы сделаете самую-самую-самую лучшую вашу прическу, наденете самый-самый-самый лучший ваш костюм, то из 100 человек, которые будут смотреть ваш видеоролик, вы обязательно 40% людей не понравится. Да, и в принципе не обязательно нравится всем людям. Но могу опять же также вас огорчить. Вот из 60% людей, которые продолжают смотреть наш видеоролик, только 20% наша целевая аудитория. И именно для них мы записываем данный видеоролик. Я хочу сказать вам, что если вы только-только начинаете записывать ваши ролики, то первое, что я вам советую, записать свою собственную речь на бумаге. Таким образом, вы уже ее записали, вы уже где-то в себе в голове ее сохранили, и вам будет проще говорить на камеру. Но опять же, никогда в жизни на камеру не читайте ваш собственный текст. Следующее правило, я думаю, что понравится большинству из вас. Итак, вы снимаете видеоролик, и у вас, не получается, вы запинаетесь, у вас, я не знаю, там слова заходят прям куда-то, прям непонятно. Таким образом, вы успокаивайтесь. Начинайте свои собственные камеры строить прям самые-самые страшные, смешные ваши гримасы. Делаем голос какой-нибудь комический и проговариваем этим голосом, причем опять же делаем гримасы, ваш текст. То есть снимаем самые-самые ужасные ваши видео. Когда вы сняли самое ужасное видео, обязательно его посмотрите, обязательно посмейтесь. Вы точно будете знать, что данный видеоролик кроме вас никто не увидит. И опять же, вы будете знать, что вы уже записали самый страшный ваш видеоролик, поэтому вам будет проще записать самый лучший видеоролик. Хочу сказать, что когда я только-только начинала снимать свои собственные видеоролики, то один видеоролик маленький у меня отнимал большую часть времени. Вот один ролик, который длился не больше 1 минуты, он занимал у меня где-то полдня. И естественно, я очень сильно уставала, и иногда было такое, что ролик не готов, и я его просто-напросто переносила на следующий день. Я вам хочу дать совет, дать упражнение, которое мне помогало и сейчас помогает восстановить свою собственную энергию. Итак, упражнение, в принципе, очень простое. Если это есть возможность, мы подходим к форточке, либо выходим на улицу, делаем, ложим свои собственные руки на колени и начинаем вздыхать где-то примерно 10 раз. В принципе, я думаю, что понятно, тем самым вы заполняете свой организм воздухом, и энергия в вашем теле будет гораздо лучше. И если вам нужно срочно записать ролики, а энергии нет, тоже можете воспользоваться этими упражнениями. И последнее. Если вы до сих пор боитесь снимать на вашу собственную видеокамеру, представьте, что вы сейчас находитесь на сцене, а перед вами зрители. И эти зрители никто иные, как котики, собачечки, зайки, такие маленькие, пушистенькие, которые прям охота потрогать, прям пощупать. А вы ангел, вы белый ангел, и вы для своих собственных зрителей
даете мир, только мир. По понятной причине, что котики, собачечки, зайчики, в принципе, против нас ничто не имеет против. И никогда в жизни они не скажут нам ничего плохого, они будут только вилять своим хвостиком, всегда нас будут любить и всегда нам будут рады. Я надеюсь, данный видеоролик вам поможет преодолеть собственный страх. А с вами была Оксана Костина. Увидимся в следующем ролике.